3 января 2020 года в Харьков. Сумская. Третий раз я здесь, в новогодние праздники, оказываюсь. Совершенно невозможно удержаться от того, чтобы не достать фотоаппарат, не начать снимать. Только что такую же иллюминацию на Пушкинской снимал. Там она даже попродолжительнее, если не погуще. Но тогда было светло еще. Плюс один. Ну такого у нас 3 января. Санта-Клаус, но почему-то не на олене, а на коне. Конный Санта-Клаус, кавалерист. Или этому коню оленю рога обломали. 3 января 2020 год, Харьков.